Ребят, всем привет, это опять я. Как дела? Хорошо? Очень на это надеюсь и рассчитываю. Смотрите, сегодня мы должны что-то поделать, да, полезного опять. Наверное, по-моему, аквариум, да, какой-нибудь, может быть, если повезет. И пересадим одну растишку. Будем стараться каждый раз по одной пересаживать. У нас всего их три, так что это надолго не затянется. Короче, ребят, смотрите, что я сделал. Мочалочки от старого дивана, видите? Вырезал. Ну, вырезал я уже давно, они на балконе уже лежат 100 лет. А вот сейчас пришло их время. Взял спицу для вязания такую длинную, грел на газу и нагревал. И потихоньку эту дырочку прорезал. Вот такие вот. Одна вот такая лохматая. Это, видимо, сделано для того, чтобы лучше все частицы всасывались. Да не шучу, конечно, просто за 30 лет эксплуатации этими ягодицами, которые в том числе и моими же, видно, ну вот, пришло немного в негодность. Но, я думаю, ничего страшного, да? Нашим рыбам пойдет. У нас аквариумы не на выставку, а для разведения. Так, смотрите, но это же не то, о чем я вам хотел рассказать. Это мы убираем все. Вот так вот. А хотелось выразить благодарность Вадиму. Смотрите, прислал он нам корм. С чего бы нам начать? Давайте начнем с того, что поменьше. Вот такой пакетичек симпатичный. Из всех этих пахнет лучше всего, потому что это для малечков. Но это для промысловых рыб корм. Знаете, алер, копенс. Вот это, по-моему, алер. Вот, пахнет вообще изумительно. Дальше что у нас есть? Вот такой вот кормчик. Тут даже написано. Давайте почитаем, если вдруг кому-то интересно. Алер Аква Классик. Наверное, 2 это размер. Ну, размер крупный, крупный. Это вот должно полежать немного, размокнуть, и тогда что-то будет. Потом есть еще вот такой вот корм. Тоже какие-то гранулки, да? Я специально узнал, какой-то профессионал. Что за профессионал, неизвестно. Тоже нам все подойдет. Еще немного алера. Это у нас Перформа 2. Я раньше брал Перформу, помню, заказывал, но только маленький-маленький. Тоже я помню название, вот это Перформа, алер. Так, есть у нас немножко яичек Артемии. Вот такие вот они красивые. Креветочка. Просто человек занимается крупными рыбами, поэтому он, у него и корм крупный. Ну, а мы это все как-то попробуем либо измельчить. Но это точно будем мельчить, креветочки. Запах, конечно, серьезный. Но такой вкусненький, приятный. Помню, когда Ромчик нам присылал, помните, в том году из Кирилловки, тоже таких малышек. Я же даже там съел, ну, вот таких пакетиков несколько. И 2 вот таких вот здоровых мешка по 0,5 килограмма. Опять же, профессиональная линия. Ну, кто будет проверять, правильно? И вот такой вот флора. Это, видимо, с большим содержанием, видимо, для малинезии. Все прекрасно знают мое отношение к этому производителю, но это мое личное мнение. Огромное тебе спасибо, Вадим. Теперь наши рыбки будут сыты и довольны. Все, давайте уже начинать потихоньку. Погнали. Ребят, это уже следующий день. Ну, не имеет значения. Хотел сказать вам спасибо большое. И как бы за то, что вы просто так такие все классные у меня. Вот. Но за то, что вы мне про голубя подсказали. Надеюсь, это достоверная информация. Я говорю о том, что типа за 2 месяца до холодов они уже вылупятся, вырастут и каким-то образом сами улетят. Очень хочется в это верить, потому что, ну, другого развития событий я не могу себе представить. Ну, как бы хорошего, да? Вот, смотрите, в чем дело. Видите, у меня же тут вылетело окно, не держится. Ну, то есть дверь, ну, короче, вот. И я его зафигарил шуруповертом, видите, такую дровяняку приделал, чтобы дверь не выпадала. Вот, и поэтому, ну, лишний раз откручивать туда не хочется ходить. Вот, но когда-нибудь мы обязательно сходим туда и познакомимся с нашей птицей. Видно там ее? А ну-ка, тут приближение есть у нас. Попробуем. Не видно птицу? Видно или нет? А ну-ка, хочется же вам ее показать. По-моему, стекло мы снимаем, а не птицу. Вот, короче, она там сидит. По-моему... А, не, она не спит, она нас видит. Но, в общем, она уже к нам начинает, по-моему, привыкать постепенно. И даже не боится, не улетает. Она раньше сразу летала. Вот, короче, открутим эту штуку когда-нибудь. Пойдем поснимаем яички аккуратненько. Но я слышал, что нельзя их трогать, потому что птица может, по-моему, почуять, да, и потом отказаться от них. В общем, трогать мы их не будем. Вот. А сейчас что нам надо сделать?
Нам надо немного позаниматься рыбками. Позаниматься немного рыбками. И начать, я думаю, нужно с... Видно мою рубашку? А растение не видно. Вот сейчас мы его достанем. Вот с той растишки. Сейчас, ребят, стекло сниму, покажу вам поближе. А то, по-моему, вообще ничего не видно. Рыбак видно. Ага, пошло дело. Вот, 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 вот. Где она? Во. Эх, рубашка красивая. Короче, сейчас мы это достанем, все дело. Тут очень уже много в стаканчике. Там, по-моему, даже уже места нет, ну, для корней. То есть все там уже забито. Вот, мы сейчас это достанем и разделим. Ну, там 4 точно есть, 4 кустика точно есть. Поэтому нам нужно подготовить стаканчики. Мы нашкребли немного грунта. У нас с этим проблемы, дефицит грунт. Вот, и рассадим, и куда-нибудь поставим. Чтобы, допустим, тут, конечно, лампочка плохая. Ну, то есть, я имею в виду, одна на 2 аквариума, если бы 2. Вот тут по одной рыбке у нас сидит, а так будет по кустику какой-нибудь растишки. Кстати, ребят, написали вы мне, кто-то вообще сказал, что это не эхинодорус, это криптокарина, но кто-то, кто разбирается, написал, что это эхинодорус, розе или роуз. Ну, видно из-за того, что вот этот листик у него розовый. Ребят, кто-то сглазил петухана нашего самого красивого, и он как-то плоховато плавает. Стал, видите, на бок его начало заворачивать. Не знаю, что с ним случилось. Вот какие-то, ну, короче, проблемы. И это не болезнь, а какой-то дефект. В общем, ладно, все, достаем нашу растиху. Вот здесь есть себе такой, этот, импровизированный столик для таких всяческих дел. Видите, вот здесь будем все делать. Вот эти у нас здесь на постоянной основе пока что будут жить, пока не вырастут и не начнут давать нам малечков. И поставили вот такой вот аквариумчик. Но видите дно, да? Понятно, что там вода между стеклом и этим покрытием, да, доской этой. Вон, кстати, наша рыба. Рыбина, ну ты там чего? Боится, может? Главное, чтобы ей было хорошо. А ей что-то не очень хорошо, что ли? Сейчас мы ее расшевелим. Не знаю, как-то ей там не очень нравится. Короче, к чему я веду? Видите пузыри? Течет где-то. Вот этот малыш где-то подтекает. Все, что я болтаю, и ничего не происходит. Все, достаем растение, будем пересаживать. Рыбы заболели, ребята, заболели рыбы, блин. Вот здесь вот они болеют, сидят. Видите, две уже даже погибло. Это за ночь, вчера я тоже выкидывал несколько. Вот они вроде плавают, суетятся, даже едят, но они вот... похудели. Некоторые нормально, а некоторые похудели. Знаете, так, хвостик вниз. В общем, плохо им, плохо. Вот там вот они тусят. Видите? Бедолаги, не знаю. Ставил вчера обогреватель 1 на 250 ватт. Это аквариум 180, типа литров. Поставил там на 32, ждал. Нагрелось до 27. Вот. Поставил второй обогреватель, 30-ку, двое суток держал 30-ку, подливал им ФМЦ-шку. Но ФМЦ-шка не от этого. Она рабочая, все с ней нормально, но это что-то какое-то другое, вот это уже воротки такое бывает. И оно, по-моему, не лечится нифига. По крайней мере, я не знаю как. Все, не будем о грустном, будем о пересаживании растений. Погнали. Так, друзья, вот наша растиха. Главное, потрясти там хорошенько, чтобы... У нас же тут улитки, чтобы... Ой, улитки. Короче, как они называются? Красненькие такие, красивенькие. Креветки, скорее всего. Так. Так. Нужно приобрести, знаете что? Держатель такой для телефона. Ну, или вот это... Как она называется? 3 такие ножички, чтобы можно было ставить. И как раз за нее держаться, потому что сбоку за телефон держишься. И постоянно вот это дрожит, как-то неудобно. Вот. Что мы здесь имеем? Что-то непонятное. Много всего. Но если присмотреться... Если присмотреться, что можно увидеть? Раз, да? Два, три. Вот это, наверное, центральный, от которого все пошло. Ой-ой-ой, да тут что-то целая куча. Ну, короче, 5 уже точно.
Все, ребят, а когда будет у меня вот эта штучка трехногая, так вот я сюда вот так вот хоп, как-нибудь вот так поставил бы телефон, да? И все, и мог бы двумя руками тут что-то делать, и было все видно. Вот. Но пока что, сейчас я подготовил водичку, сейчас мы туда весь грунт, вот это все оттуда высыпем, сполоснем, посмотрим, сколько у нас этих растениц получилось. Кстати, напишите, пожалуйста, я подозреваю, что это все-таки криптокарина в этот раз. И тоже, видите, какая она? Вот такая вот коричневая, розовая какая-то. Во, все. Сейчас мы ее будем разбирать и смотреть, что оно такое. Ну, вроде листики, знаете, не дырявые, там не пообрастали ничем. Фу-фу-фу. Вроде как бы все нормально. Усё, начинаем начинать. Вот, ребята, о чем я вам говорю. Посмотрите, тут прям уже куб-квадрат. Вот такой вот. Но корешочки все... Я, конечно, не разбираюсь, но, по-моему, ничего не сгнило. Вообще, видите, все как тут у нас все хорошо и прекрасно. Смотрите, какая кубышка. Вот. Вот такое вот у нас. И либо Женечка, Женек. Ну, она вряд ли меня смотрит, скорее всего. Вот он мне это когда-то подарил. Вот так вот оно у меня разрослось. Может быть, он сыпал землю, может, это земля. Но так как она сверху, может быть, это... И вот уже вот этот ил, мул, что это такое. Вот. И писали вы мне, что нужно землю насыпать. Но у меня земли я еле нашкреб на свои растенницы маленькие там. Вот, посадил маленькие растенницы. Ну, такие сухопутные. Вот, поэтому нужно намутить эту лопату. Лопату намутить где-то. И сходить, видели, там у меня поле. Вот. Лес тоже. Вроде бы землю из лесу брать тоже хорошо. Для цветов, для вот таких, может, растишек. Но в лес нежелательно сейчас ходить, знаете. Пока что не надо. Лишний раз. А на поле можно сходить и не копать там в траве, да, вот эту целину, не покорять, а, как это называется, кротовьи вот эти вот норы, поняли? Ой, не норы, ну как это называется, кучи вот эти. Вот, говорят, оттуда для цветов можно брать землю. Вот, когда-нибудь мы туда сходим обязательно, как лопату только найдем, и натырим земли у кротов немного, она им все равно не нужна, правильно? Все, и начинаем разделять. И высывать над этим растением, погнали. Что-то ветерок поднялся, затянуло как-то с мальца. Может быть, пойдет и дождик. Можно его... Так, ребят, дождик, смотрите, что. Ого-го. Считаем, просто ради интереса. Один, получается. Два, получается. Три, такой большой. Кстати, пью кофе отдельно от молока, а молоко без кофе, короче, пью. Вот. Сколько мы там уже начитали? 4. Ё-моё. Смотри, какой. 5. 6. А ну-ка, отстань. 7. Вот такой вот. Хе. Смотрите, ну, прикольно, да, вот розовое, там, коричневое, красное. Прикольно, потому что, может, необычно, да? Если бы все были розовые, коричневые, красные, а зеленых не было. А зеленое, если было редко, мы бы такие, о, зеленое, ничего себе. Ой, короче, я сбился, если честно. Ну, в общем, 10 там, наверное, или сколько-то. Я не ожидал, я думал 5. Думаю, ну, может, 6. И еще вот такие вот малипуськи. Малипуськи. И что получается? Нужно каждое в отдельный горшечек сажать. Во-первых, горшечков у нас столько нету. Грунта у нас, по-моему, 1,5 килограмма. Не знаю, это много или мало. Ну, короче, столько. Должно хватить. Горщиков у нас не хватает. У нас есть вот от лимонадика. Одна будет большая. И вот от вот этой жижи. Кислотная, вредная для организма. Вот так вот, если обрезать. Вот. Поняли? В общем, вот, сейчас я занимаюсь этой пересадкой, посадкой. А потом покажу, где-то и понатыкиваем в каждый аквариум. И как раз посчитаем, сколько получилось. Раз, погнали. Так, ребят, вот такой вот грунтец. Этому грунту уже я не помню, сколько лет. Я, наверное, еще в институте учился или что. Ну, короче, очень давно он тут уже я и с цветным смешал, и со всяким. В общем, вот такой вот у нас есть. И вот это то, что мы как бы приобрели. Тут, конечно, вообще, чего хочешь. Но попытаемся вот эти большие, вот эти что-то стеклышки положить вниз, да, как положено.
Вот, а уже вот этим мелким будем присыпать. Ну, как-то сделаем. Сейчас у нас вот еще два стаканчика нашел, вот таких вот. Два уже, у нас там четыре. Все, ребят, видос уже я там посмотрел по времени. Затягивается. В общем, посажу я это все дело без вас. Ну, а в следующий, там, когда будет следующий видос, покажу вам уже как бы готовый результат. Я думаю, одну вот эту штучку сейчас мы посадим, посмотрим, что, как, куда оно у нас получится. Вот этот заводской горшочек. Это горшочки, ну, для цветов, да, для рассады или для чего. Я думаю, они стоят недорого, а вообще класс. Вот они черные, непрозрачные, да, то, что, ну, нежелательно, чтобы для корешков, чтобы был прозрачный. И вот таких бы там купить штучек 20, если, конечно, они стоят недорого. Все, сейчас вот этот один садим и будем... Наверное, на сегодня закругляться. Так мы до этого аквариума, мы когда-нибудь до него дойдем уже или нет? Но вот в следующий раз, ну точно, точно будем делать уже. Будем делать, наверное, с ним что-то разбираться. Все, ребятки, сажаем, сажаем. Или как это правильно? Ну, сажаем, наверное. Погнали. Ребят, вот это наша меченоска. Укороченная, укороченная версия. Хыть! Завоялась, завоялась толстопузика. Все, ребят, одного я уже посадил, ну, на его как бы законное место. Вот он там вот сидит. Осталось всего лишь там больше 10. Но это сейчас надо... Я их положил водичку, я вам показывал, вот сюда. Это я начал потихоньку кипятить. Ой, листик высохнет же, высохнет вот туда его. Кипятить потихоньку водичку для нереста кориков наших... маленьких кулидоросов, бо мы уже их не нерестили 1000 лет. Надеюсь, что в этот раз получится. Может, не с первого раза, но хотелось бы, чтобы с первого тоже получилось. Все, ребят, вот такой вот видосян у нас получился. Как обычно, классный и очень полезный, познавательный, да? Все, люблю, обнимаю. Увидимся в следующий раз. Всем пока-пока, друзья. Давай не палиться, давай не палиться, давай не палиться, давай, блин, не палиться, давай не палиться, давай не палиться, давай не палиться, давай.